Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Выполним упражнение номер 2 на странице 5. В этом упражнении мы видим две таблицы. Давайте посмотрим на первую из них. Здесь дано следующее задание. Дополни до 10. Значит, каждое из данных чисел, каждому из данных чисел мы должны прибавить какое-то число так, чтобы у нас в итоге получилось 10. Для того, чтобы нам легче было выполнить это задание, мы воспользуемся 10 кругами. И посмотрим на первое число. Первое число – это 8. Отсчитаем 8 кругов, и нам до 10 не хватает еще 2. Поэтому пример будет следующим. К 8 прибавить 2 – получится 10. Следующее число смотрим – 7. Отсчитываем теперь 7 кругов, и нам до 10 не хватает 3. Значит, пример будет следующим. 7 плюс 3 равно 10. Следующее число – 6. Отсчитываем 6 кругов, и до 10 нам не хватает еще 4. Составляем пример. 6 плюс 4 равно 10. Следующее число – 9. Отсчитываем 9 кругов, и до 10 нам не хватает единицы. Записываем пример. 9 плюс 1 равно 10. И последнее – это число 5. Отсчитываем 5 кругов, и до 10 нам не хватает еще 5. Поэтому пример получается следующий. 5 плюс 5 равно 10. Давайте посмотрим на вторую таблицу. Здесь дается следующее задание. Уменьши на 4. Что это значит? Уменьшить на 4. Уменьшить на 4 – это значит вычесть 4 из каждого из данных чисел. Составляем первый пример. 10 минус 4. Для того, чтобы было легче вычитать 4, мы можем вычитать 4 два раза по 2. Из 10 вычитаем 2, это 8, и вычитаем еще 2, получается 6. Следующее число. Из 14 вычитаем 4. 14 – это 10 и 4. Если мы вычтем 4, останется 10. Записываем. 14 минус 4 равно 10. Следующее число. 8. Будем вычитать по частям. Вычтем из 8 сначала 2, это получается 6. И вычтем еще 2, остается 4. Записываем пример. 8 минус 4 равно 4. 9. Из 9 вычитаем 4. Из 9 вычитаем 2, получается 7. И вычитаем еще 2, получается 5. Значит, 9 минус 4 равно 5. И последний пример. Нужно из 4 вычесть 4. Если мы из числа вычтем само число, то у нас остается 0. Поэтому мы из 4 вычитаем 4 равно 0. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.